Авторская баба-яга, сшита из текстиля и папье-маше. Основа папье-маше. Одежда выполнена из рогожки. В центре есть пуговичка. Вот. Так как раньше в старину пуговицы были достаточно дорогими, то она издавна считается как символ благополучия и достатка. К бабе-яге прилагается небольшая метла. Лицо у нее рисованное. Волосы сделаны из искусственного меха. Они очень приятные на ощупь. Вот так она выглядит сзади. Это папье-маше. Полностью ручная работа. Данная игрушка выполнена в ограниченном количестве, в единственном экземпляре.